телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки поздравляют с днем рождения почетного гражданина Самары и области Максима Борисовича Аваденко. Он, возглавляя Куйбышевский металлургический завод имени Ленина, являясь его президентом, стал настоящей живой легендой российского алюминиевого проката. Максим Борисович – грамотный, прекрасный руководитель с мировым именем, известный ученый, имеющий 47 научных изобретений, множество титулов и наград, орденов, званий и даже удостоен международной награды «Бирмингемский факел». Оформить электронный сертификат гражданам с инвалидностью можно на портале госуслуг, информирует телеграм-канал Красноглинского района. Документ помогает гражданам приобрести необходимые технические средства реабилитации с помощью средств господдержки. Подробнее о том, как воспользоваться электронным сертификатом, можно посмотреть видеоинструкции, размещенные в телеграм-канале района. 10 видов спорта и более 170 участников в День физкультурника на стадионе «Нефтяник» пройдет сдача нормативов ГТО, говорится в телеграм-канале Куйбышевского района. Начало праздника в 9:45, старт соревнований в 10. Схема с расположением зон состязаний и временем начала каждого из них доступна во вложении. Самарцев просят захватить с собой головные уборы и немного воды. День обещает быть жарким. Культурно провести лето в Ленинском приглашают в телеграм-канале Ленинского района Самары. В честь Международного дня молодежи 12 августа в историческом парке «России. Моя история» пройдет тематический стендап в формате открытого микрофона. Приглашаются все желающие, вход свободный. Начало в 17 часов.